И сразу в банкетный зал. И пошел со ступенек, скатился, лужу оставил и пошел в зал. Банкет же уже есть. Уже есть. Лужу оставил. Да. Baby with a rack you're round. Друзья, привет! Я веду прямую трансляцию собственного развода. Собственно говоря, я приехала. Приехала с моей подругой в назначенное время. Я свидетель развода. Даже немножко опоздали. А товарищ Никита... Товарищ Капелёш никак не собирается которого вызвали на развод, да. До сих пор не приехал. Я вам скажу так, что если вы пришли разводиться, вас даже не пустят в кабинет без супруга. Я говорю, вот мой супруг. Пойдет? Говорит, нет, документы ваши проверяем, только после этого, как говорится, будем рассматривать развод. Всем привет. Ну, вы поняли, да? Я говорю, Никит, я опоздаю, а он мне, хорошо, что позвонили, я сплю. Но я, мы с Наташей шли, и я говорю, хоть бы на пол не кинулся и не бился башкой пол, чтобы, пожалуйста, не бросай, давай. Не бросай, меня не бросай. Не разводись. Но если честно, то Никита что-то это, да, какой-то жвачки на глаза себе налепил, видимо, не мог проснуться. Вот стоим, ждем, пожалуйста. Такие вот, я в белом платье. Белое платье на свадьбу надела. Пакет поставить, что ли? Как думаешь? Ты смотришь мой эфир? Ну, я могу, да, посмотреть. Так, извините. Стать гостем, да? Стать гостем? Ты хочешь разделить эфир? Так, что пишут? Что пишут мои? Не придет он. Не придет? Вы знаете что-то больше. Ты казала, понеділок підем разом по барвинок. Я прийшла, тебе нема. Підманула, підвела. Смотри, Ольга Капелевич. Я ж тебе заплатила. Практически моя одна это... Капелей? У меня Капелевич, а она Капелевич. А. Зачем разводишься? Ты надоел. Я? Разводи... Как говорится, это я разводящая, потому что вот белое платье на счастье надела. Не, надела. А весело, однако. На самом деле на Рязанке такие тачки ездят, девчонки, женихи здесь пасутся, поэтому. Да? Классно поешь. Я не старательно пела. Второй брак? Нет, какой? А кто у меня первый-то был? С Юлей? Какой второй? Я, как говорится, это мой первый счастливый брак. Брак на 10-20. Что? Там 600, еще 650 рублей брака. Ничего, что я тут в прямом эфире? Хотите побывать? Нет? Хорошо, вас хоть пустили, а мой опаздывает, понимаете? Тоже понаберут коллектив. Вам удачи. О, наушники! Наушники идут, наушники! Опачки! Та-ра-та-ра-ра-ра! Вот он! Чика-пум! Пум-пум-пум-пум! Никита, я тебя уже спалила! Продолжается, Никита, продолжается! Это не Никита? О, бессовестный, бессовестный! Надо было тебе пургенчику на ужин! Привет, Никита! Здрасте. Надо было тебе пургенчику на ужин, чтобы ты не спал так долго. Конечно. Песни пел. Ты что, бухал? Нет, я не пью. Песни пел. Посоли. У меня вчера было насыщенное. Ты что, у Ильи Гожиенко штаны отобрал? Мы в одном магазине закупались. Рэперский. А ну-ка поверни, чтобы люди на тебя посмотрели. Хорошо, хоть оделся по-взрослому. Ты вчера стоял, дрожал, как осиновый лист в своей кожанке. Слушай, все думают, что я маленького роста. И жирный. Это правда. Нет, смотрите, если честно... Ну нет, у меня 71. Смотри, у меня 187. У тебя 21. Шучу. Длина, почему вы разводитесь? Почему вы разводитесь у него? Потому что большой недостаток, да? Ключ в замочную скважину девочки, не помещается. Девочки, ужасную тему вы открываете. Ужасную тему? А, да. Никит, можно тебя попросить, понеси, пожалуйста, пакет, потому что у меня... Ты помнишь, как мы сюда заходили раньше? Да, Никит, бедный, ты больной, что ли? Это ты... Так, давайте. Пропустил меня, молодец, я последняя зайду. Ладно, ничего страшного, я не это. Конечно, сохраню эфир. Ну что ж, я думаю, настолько. Это мы счастливые такие разводятся. Да, Никита, это ты наклеил сердечки сзади? Где? Вот почему опоздал. Ну, я вчера подготовился к ситуации. Все, давайте. А что, если кричать нельзя?